Хей, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Гуакамоле. Если вы помните, в прошлой серии мы попали с вами, как я понимаю, в ад. У нас есть две версии, летняя версия и зимняя версия. Нас пока что туда не пропускают, так как мы, по идее, живые мертвые. А я тебе... Так, а у тебя, я смотрю, заполнорот. Ну, у меня в любом случае больше. Приходи каждое утро... Так, приходится каждое утро долго торчать у... Тратить у... спичек и текилы. А хочешь изучить новые приемы? Еще бы. Давай, заходи. Итак, удар головой. Сдаешься мне, ты в повседневной... Не так... головой работаешь, хе-хе. Прыжок не сработал, я виноват, я не виноват. Да, еще попади, попытайся. Здесь нужно двигаться быстро. Попробуй прервать спецприем и уйти в перекат. Ну так я ж прервал, нет? Это сложно. Ю, перекат, прыжок, удар. Шикарно работаешь головой. О, ударно. А ты что думал? Ты что думал? Надо же. Так, у меня еще есть прием жабы, да? Давай ты не будешь... В смысле, я же прием жабы еще не использовал. Ну ладно. Ладно. Не так уж оно мне и надо. Так, а наверху тоже, да, проход есть? О, как раз мне нужно наверх, мне нужен один такой ящик. Найс. Все отлично. Так, мне нужно улучшить броски, да, хотя бы на один. Или нет? После сдора приема не тратят выносливость. Ну, выносливость, слушайте, прикольно. Потому что это бесконечность. Станет еще сильнее. Да ладно, я вот это комбо огонька прокачаю. Мне только интересно, как я буду восстанавливаться. Куриные способности. Ау. Не, новый старень странник. Ты смелый и отважен, а сила твоя растет изо дня в день. Наше древнее умение куриный полет позволит тебе овладеть силой стихии. Твое тело обретет парить в воздухе подобно перышкам. Куриный полет, посмотри же, как я могу летать. Попутного ветра тебе, отважный странник.
А, два раза нажмешь и летишь, найс. Но будет, слушайте. Ну, типа сложно. Так. Оп, изи. А там нету, да, прохода? Хотя что-то, скорее всего, есть. А ну-ка. Нету. Зато теперь я могу парить. Так, мне нужно как-то вниз, да, попасть? А вниз я могу попасть только отсюда. Изи. А там я ничего такого не упустил? Блин, я вот забыл смотреть. У вас назначена встреча с господином Дьяволитом? Он сейчас наверху, заполняет бумаги. Полагаю, вы обратились в связи с ремонтом коротящего пути? Лучидор Хуан? Тостада? Давненько же я тебя не видел. Живи, мир, разумеется. Вас же тогда Калака убил. Смерть не всегда бывает вечная, это понятно. Но это я. Ваш заклятый друг и главный администратор царства мертвых. Это же я. Ребята, дьявол. Если вы помните, меня навеки заточили в этом зашибенном теле петуха. Итак, добро пожаловать в мои владения. Точнее, в то, во что они превратились. Теперь это мое рабочее место. Последнее время дела у нас тут идут неважно. Сальвадор распустил все наши рабочие группы. Теперь никто толком не работать не хочет. Некому заполнять формуляры. А седьмую Крухада вообще кто-то превратил в каток. Это просто ужас. Эх, полагаю, вы собираетесь остановить Сальвадором? Не буду мешать ребятам. Искренне желаю им удачи. Но чтобы с ним совладеть, придется и я зрядно попотеть. Мне тут сорока на хвосте принесла, что у него уже две реликвии. А он сейчас направляется к третьей. Нефритовая реликвия. Мы можем... Так, мы же отдали ее Ягуару. Нужно поспешить, вдруг он в беде. Ступайте, друзья мои. Воспользуйтесь временным разломом за моей спиной. Ну, все получается, мы... Ага. Ладно. Нравится машина? Красавица, да? Ласточка моя. Я люблю прокатиться на ней с солнечный денек, как все гони. Ага, только это... Так. Ага, только что помыл. Отец попросил... Это его машина. Что ж, хорошего дня. Так, доступно новое что-то там. Волчита. Ой.
перфекту. Нет! Вот это да, Хуан. Что-то на тебе нашло. А это, знаете, в игре у нас такая была же тоже пасхалка. Это отсылка на Street Fighter. Это отсылка на Juniors, или как-то там игра. Помните, была, когда мы сначала, блин, на каком-то пляже не защитили. Магнитикали там потерянные вещи на пляже. Нас еще в багаж везли. Типа самолетом. Если помните, конечно. Скудные земли. Темнейшее измерение. Эй, только не шуми, я тут прячусь от куррелиминатов. Ты-то мне веришь, а? Все вокруг говорят, что у меня крыша поехала. Но ведь я знаю правду. А заметьте, что он в шляпке из этого... фольги. О, костюм открыт, костюм дьявола. Монайт. Не, я хочу на... Блин, может мне все равно дадут потом вот эту способность. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту. Манать я могу. А заметьте, как он... Он это делает, как... ну... Блядь, я не могу показать, вебкаш не работает. Ну, типа, знаете, глаза закрывают, и руки вверх поднимает, как оно. Флип. И не надо заморачиваться. Блин, я, конечно, наверху там пропустил проход. Ну ладно. Монайт здесь придумали. Ау. Хлоп-хлоп. Полетело. Thank you.
не сказал бы, что это было тяжело. Типа новая механика, типа сделали вид, что тяжко. Сделали вид, что тяжко, на самом деле нет. Подождите, как мне умение? И мне она еще не прокачана. Прокачаем. Ну да, бонус атак, я вам скажу, нормально дает. Так, куда мне идти? Мне в ту сторону, да? Это я сейчас здесь открою себе проходы. Угу. Так, подожди, немножко не понял. А, это теперь понял. Нет, не понял. А чё, если я сделаю иначе немножко? А, нет, не получится так. Бля, это сложно. Блин, а чё я туплю? Ладно. Сейчас покажу, в чем дело здесь. Идем. Прыгаем, исчезаем, появляемся, появляемся. Прыгаем, исчезаем, появляемся. Готово. Алибрихе, костюм новый. Ну, ладно, трогать не буду. Так, думаю, погнали вниз. Нужно вот так вот эту способность получить.
отлично, побежали. Ау. Блин, оно еще что-то фризит как-то. Так, вниз, вниз, вниз. Не переживай, малыш, с первого раза у ни у кого не выходит. Вентилятор? Чтобы парить на воздушных просторах, курит так, удерживать. А-а-а. Так это, оказывается, вентиляторы. Кто бы мог знать. А, блин, не мог превратиться. Ау. Ау. И мне еще дали за уклонение, хотя по мне попали. Зачем я еще внизу? Хотя ладно, плевать. Сейчас мы быстренько все это дело провернем. Опа. Слушайте, плюс 10, это вам не так уж мало, я скажу. Так, а мне еще за курицу не все дали, как вы видите. Блин, враги взрываются при уничтожении. Да ёлки-палки. Чуть не попал. А тут вентиляторы быстрые. Так, теперь у нас есть способность полета, наконец-то, нормальная. Так, сейчас тогда бежим с вами просто в левую часть. Не упади. Ага.
Подожди. Пика Гегелли. Так тут еще измерения различные есть, секретные. Пика де Гелио. Измерение для любителей РПГ. Эй, друг, спаси наш город, пожалуйста. Недавно мы видели, как на священную гору лезло невидимое существо. То был какой-то неуклюжий зверь. В окружении чудищ поменьше. Тогда-то беды и посыпались. Вулкан спавших несколько столетий грозит разрушить наш дом. Древние боги гневаются, и они вряд ли успокоятся, пока не будут повержен тот зверь. Если нам никто не поможет, наш город будет сожжен дотла. На этом постоит много опасностей, особенно теперь. Если осмелишься ступить на них, будь внимателен и осторожен. Конечно, сходу нелегко во всем разобраться. Не хочешь, чтобы я повторил еще раз? Так ты не хочешь, чтобы я повторил еще раз? Или хочешь уточнить на всякий случай? Мне никогда... Так. Никогда лясы точить. Я просто хочу убедиться, что тебе нужно, чтобы я повторил все еще раз. Нет. То есть там. Да, то есть нет. Ха. Ну прекращай же. Или мы весь день так и будем стоять. В общем, сам разберешься, удачи тебе. В натуре. Неужели нашему симпатичному городку у вулкана настал конец? А-а-а, так нельзя, да? Обожай кошек и котов, ха-ха. Серьезно, такое РПГ? Ход игрока. Удар головой. Стенд. Кюре. Прикольно. Быстрее. Моргание, новый прием, найдена костяная пыль, найдено тяжелую сомбреро, найдено противоядие. Что такое кюре? Не пойму, что это было. Ну что был типа обидло? Дело просто потому, что я даже увернуться не могу. Получено харизма 1 очко, понимание меню 1 очко, противоядие. Лохматьё. Тен удар. Надо было его сразу с этого головы.
Так, удар головой. Удар головой. Ну и удар головой. Ты 50 очков опыта. Терпение 1 очко. Грипп, лохмотья. О, здравствуй, какими мы судьбами? Тихоня, значит. Отлично, мы всегда рады новым слушателям. Это отличное место для джем-сейшенов. Акустика тут просто невероятная. Сейчас сам... Отлично. Чего такой хмурый? Ты вообще меня слушаешь? Так, а где наш... костлявый ансамбль? Ты что, их всех перебил? Эх, зря ты помешал нам играть музыку. Защищайся. Так, ладно. Удар головой. Надо было два стена сделать, да и все. Удар головой. И главное, что я её вернуться не могу. Зачем я это нажал? Бля. Ладно. Но я его быстрее убью, чем он меня. Ладно, больше не буду. Творческие личности никто не понимает. Получено 900 очков опыта. Музыкальный инструмент, разбитые 3 штуки, огромная понча. Настоящее сокровище. Эй, если будешь время, послушай мои треки в интернете. Окей. Ха, в интернете треки. Ты молодчина. Ого, он справился? Разобрался со скелетами? Наконец-то тишина и спокойствие. Спасибо, Лучидор. Ага. Тихо-то как, да? Даже как-то непривычно без музыки, доносящейся с горы. Ну, может быть. Но играли они из рук вон плохо. Спасибо тебе, герой. Можно начинать отстраиваться. Совсем как в беззаботные детстве. Обычная сельская жизнь на самом деле спокойная и размерена. Может, пора взять в руки инструмент? Спасибо еще раз. Наконец-то настал мир и спокойствие. А мне пора возвращаться на поля. А нам, ребята, осталось дойти до сохранки и, в принципе, закончить на этом. Ну, как вы видите, то есть здесь есть просто секретные... такие места, где мы можем с вами... нормально так повеселиться. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!